«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, программа «Особое мнение». Я Дарья Пищикова, и со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонидович. Здравствуйте. Доклад Яшина «Угроза национальной безопасности», наверное, изучили. Во всяком случае, я видела ваши комментарии по поводу самого Яшина. Как вы там его называете? Надутый и самодовольный? Да. Почему так? Ну, а почему нет? Он же оскорбляет других. А чем он оскорбляет? Он оскорбляет Рамзана Кадырова тем, что называет его угрозой безопасности России. Угу. Я считаю, что Рамзан Кадыров – это не угроза безопасности России, а это фундаментальный камень стабильности и безопасности Российской Федерации. Какой ценой? Ну, а что знает Яшин или что знаете вы про ту цену, которую заплатил чеченский народ за возможность жить сегодня на территории Чеченской Республики так, как он живет? Он живет лучше, чем многие соседние регионы, это безусловно. Пожалуй, только Ингушетию можно сравнить по каким-то уровням и темпам развития с Чеченской Республикой, если так объективно смотреть на Северный Кавказ. В Чеченской Республике исполняются все социальные обязательства перед гражданами. Проведен газ даже в разрушенный Бамут. Да и Бамут, кстати, восстановлен. Бамут, который был уничтожен в свое время федеральной артиллерией, авиацией там, и так далее. Проведены дороги даже в самые дальние села и аулы. Наверное, где-то кто-то чем-то недоволен, но всякий человек вменяемый, проезжающий через Кавказ на машине, и не 40 минут, как Яшин, из аэропорта и обратно. Но это вы ссылаетесь на информацию Грозный ТВ? Ну, может быть, он был там гораздо дольше, я не знаю. Там уже чеченец, который его возил, сказал, что он так, как говорится, раз, и потом уехал туда, в Ингушетию, в Беслан, значит, это самое. В Осетию даже точнее. Просто какие претензии к Рамзану? Рамзан Кадыров является главой субъекта Российской Федерации. Ну, и как глава субъекта, он свои обязанности, а его трудовой договор, которому заключает очевидность с президентом Российской Федерации, как его работодателем, заключается в обеспечении социального, гражданского, политического, экономического развития Чеченской Республики как субъекта Российской Федерации, в сохранении национальных и религиозных особенностей проживающих там граждан. Я напомню вам, Илье Яшину, что Конституция Российской Федерации совершенно ясно говорит, что Российская Федерация – это социальное государство, и держателем власти является многонациональный российский народ. Чеченцы – это не отдельная какая-то часть, как бы не хотелось многим, это часть составная огромного многонационального народа. И на смотрите, территории... вы говорите, что Чечня один из самых процветающих регионов, процветающий регион Северного Кавказа. Достаточно проехать просто по России, чтобы посмотреть и сравнить с тем, что мы видим на территории Чеченской Республики. Ну вот данные, которые приводит Яшин. Официальные данные, это не какие-то его там сведения, тайны. Он какие-то говорит о социальном расслоении, данные. Например. 40% самый высокий показатель, уровень по России самый высокий. Социальное расслоение, это что имеется в виду? Ну, это значит, что самые бедные живут гораздо хуже, чем самые богатые, и о самых богатых он, очевидно, говорит конкретно о руководителях. Ну, вы понимаете, что это абсолютно демагогическое высказывание, потому что социальное расслоение – это вообще особенность капитализма и особенность современной России, что столь любимые, наверное, Яшиным оппозиционеры, живущие в Лондоне, или увезшие в Лондоне миллиарды награбленных здесь в России и наворованных денег, они еще большую представляют разницу с населением огромного количества российских губерний. Я считаю, что просто Яшин сейчас использует публичную площадку оппозиционных СМИ. Кстати, казалось бы, либералы должны выступать за мир и дружбу, за интернационализм, для натравливания на чеченцев, которых он называет чеченами, кстати. А очевидно, здесь тоже подсказали ему пиарщики, так как в русской культуре чечен представлен как злой. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Я не думаю, что Илья Яшин случайно называет чеченцев, как это принято в современном русском языке, чеченами. Это тоже такое позиционирование, как бы политтехнологическое, образа злого чечена в сознании слушателей. То есть чечен это сразу злой, ползущий на берег. А у тех самых оппозиционеров, о которых вы говорите, которые там за рубежом имеют имущество, некая недвижимость, у них тоже такие дворцы, резиденции, как у Рамзана Ахматовича. Я не понимаю эту ненависть к Рамзану, хотя достаточно присмотреться и смело проехаться по соседним регионам, по Дагестану, например, где просто полный правовой беспредел. И для всякого человека, который хотел бы защищать в России конституцию и демократию, в Дагестане есть огромная
поле для деятельности публичной, но в Дагестан они соваться боятся. На Дагестане далеко не уедешь. Ты же не расскажешь российскому обывателю, кто такие аварцы, даргинцы, понимаете, там кумыки, нагайцы, табасаранцы, рутульцы, там лезгины, например. Для российского обывателя, мещанина, это все пустой звук. А чеченцы, чечены тем более, в русской культуре воспетые как злые, понимаете, ну не воспитанные, а, скажем так, названные, да, в великом стихотворении Лермонтова, это понятно. То есть это все политтехнологический балаган. В соседнем Дагестане плохие дороги, не выплачиваются людям зарплаты. В соседнем Дагестане существуют тяжелейшие проблемы межэлитных отношений. Беспредел, коррупция, понимаете, убийство. А в Чечне вообще никаких проблем? Ну, таких нету. Таких нету, как есть в соседних республиках. Там за чертой бедности никто не живет. Ну, я таких бедных, как в Дагестане, в Чечне не видел, скажу вам откровенно. Просто что он туда полез в Чечню? В Ставропольском крае, в Нефтекумском районе. Илья, поезжай в Нефтекумский район. Ты такой защитник русских. Он ты в докладе написал, что был геноцид русских, если там была резня русских какая-то. Он считает, что Рамзан Кадыров имеет хотя бы некоторое отношение к убийству немцов. Ясен... Поэтому для него это некая защита некоторое. Чести. А какое отношение? То, что убийца был чеченец, значит, и так как Рамзан Кадыров чеченец, то логическая цепочка, если убил или подозревается в убийстве чеченец, а Рамзан Кадыров чеченец, причем главный чеченец, возглавляющий Чеченскую республику, на территории Чеченской республики главный, естественно, то, стало быть, он тоже имеет отношение. Но там есть промежуточные звенья Делимханов, быть, тогда, который быть, тогда, руководит как, батальоном когда... «Север», брат Адама Делимханова. Стало быть, это все фамилии, которые вы называете. Это все журналистские фамилии. Таким образом, вот, допустим, когда Епсюков расстрелял людей в супермаркете после гуляний со своей женой из группы «Стрелки», стало быть, Колокольцев, который тогда возглавлял Москву, имеющий отношение к этому преступлению, потому что он подчиненный Колокольцеву был по непосредственной линии. Эта логическая цепочка, она абсурдная. Я считаю, что Заур Дадаев и другие, которые совершили, если они на самом деле совершили это преступление, совершили по мотивам, по которым совершают преступление множественное количество наркоманов. Эти люди были взяты, я напомню, ФСКН и Ингушетии при покупке наркотиков. Я вам могу сказать, что любой наркоман за 5 миллионов сделает что угодно. А вы видели расследование «Новой газеты» про некие тендеры, которые были объявлены на убийство Немцова, которое в итоге осуществилось, и еще на трех людей, Ксению Собчак, Ходорковского и нашего главы. Кем были объявлены эти тендеры? Ну вот, как объясняется в «Новой газете», это такая довольно частая практика, когда боевики, как называет «Новая газета», этих людей из Чечни, вот таким образом определяются заказами. К сожалению, по итогам двух чеченских войн, достаточно большое количество чеченских мужчин, судьбы которых разрушены были федеральным правительством, прямо скажем, и в Первую войну либеральным, которая затеяла всю эту бойню, да, они подрабатывают, к сожалению, в роли киллеров. Неоднократно так бывает. Мы видим в Европе, в других местах, кистинцы или грузинские чеченцы, которые не участвовали в войне, правда, вот напрямую, их не коснулся. Ну, то есть это такие отщепенцы. Ну, я считаю, что просто так как жизнь огромного количества людей была разрушена, сломана, выкинута на помойку, то да, к сожалению, там достаточно много тех, кто... кого можно было бы нанять в виде киллера, потому что они просто, хорошо, скажем так, деклассированы. Нет, они просто деклассированные, десоциализированные элементы, которые утратили связь с чеченским обществом, с чеченскими традициями, но достаточно жестокие, внутренние и агрессивные, дерзкие. И я встречал неоднократно таких людей. Тень на Чечню бросают те, кто обвиняет Чечню в преступлении какого-либо человека. Это как если бы сказать, что если Евну Азеф руководил боевой организацией эсеров и убил великого князя Сергея, то все евреи виноваты в гибели России. Это такая же, примерно, логическая цепочка. Понятно. Понимаете? Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Скоро продолжим. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Максим Леонидович, вы вот так упомянули, что Яшин на кого-то, ну не на кого-то, а на Чечню пытается кого-то натравить. А вы думаете, действительно такая у него цель доклада? Ну, конечно, потому что повестки никакой позитивной или даже негативной оппозиционной политической у оппозиции нету. Все прошедшие годы они использовали для мелких каких-то дрязг. Самое яркое лицо оппозиции Навальный.
таковым не является, прямо скажем, не появляется. Поэтому они раскручиваются через такие рэперные точки, которые, безусловно, как говорится, где-то кто-то даже в России, ну, хоть один человек хоть раз слышал, все слышали хоть один раз имя Рамзана Кадырова. Слово «чеченцы», и тем более «чечены» еще со школьной программы, знакомо абсолютно всем. Это то, на чем можно безоговорочно пиариться. Мели и меля, тебя ни с какого спроса с тебя нет. Это как про мусульман говорить. Террористы, халифат, исламское государство, пошло-поехало. Никто же ничего не знает. Ни про исламское государство, ни про халифат, ни про то, как и что, и где, и как, и почему возникают там, допустим, сражаются афганские талибы, понимаете? Но можно выйти и как лебедь сказать, там, что талибы дойдут до Новосибирска. Ну и все повторяют. Потому что все, как говорится, хоть что-то, но слышали про Афганистан там, или про плохих афганцев. Точно так же и он пользуется абсолютно таким же политтехнологическим приемом. Чеченцы выбраны. Рядом в соседнем Дагестане, дорогой Илья, 100 тысяч человек поставлено на так называемый профилактический учет. Это абсолютно противозаконное мероприятие, когда ночью, в любое время суток, мусульманина и его жену могут притащить в МВД без составления протокола, без присутствия адвоката, взять у них отпечатки и взять на анализ кровь без их согласия, насильно, держа их. Держа в том числе женщину-мусульманку. 100 тысяч человек, когда люди... И там некоторые из них являются салафитами, допустим. Но ничего противозаконного при этом не делают. А в некоторых районах Дагестана, в одном районе Дагестана, поставили даже мюридов тариката суфийского. Я понимаю, что для Лили Яшина это все пустые слова. Он этих слов просто не знает. Я сейчас расскажу. Это важный момент. 18 человек. Почему это сделали? Потому что там не было никаких салафитов. Но надо же отчитываться по линии ЦПМВД Дагестана. Понимаете? Вот они и поставили. Это абсолютное нарушение гражданских прав. Это не волнует его, потому что это не продаж западным СМИ. Они просто не знают, где находится Дагестан, что такое Дагестан и так далее. Он даже Царнаевых приплел в этот доклад, к которым Кадыров точно не имел никакого отношения. Они дагестанские чеченцы. И из Дагестана родом. Почему? Чтобы Запад на Царнаевых реагирует. Как вот там волнистые там одуванчики... Там эти сам попугайчики реагируют, понимаете ли, на какое-то там зеркальце, на пощелкивание. Ну, слушайте, скажи, а Царнаев, то, американцы пишет? Знают. Скажи, Дагестан нарушается права человека, будут тупые, бессмысленные глаза западного обывателя, которому смотрите, есть Дагестан, нет Дагестана, исчезнет Дагестан с лица земли. Конкретный доклад. Это просто продажа какой-то темы западному спонсору, и ничего другого за этим нет. Он пишет о нарушениях прав человека и в той же Чечне. Права о том, человека как нарушаются людей похищают, по всей России, и родственники да. просто боятся идти в правоохранительные органы, есть потому такие что... случаи, наверное, есть такие случаи. Надо разбираться с этими случаями, и я говорю и говорил об этом, в том числе в лице чеченским руководителям, что права человека надо соблюдать, что если есть какие-то претензии к людям по их содействию или участию в террористическом подполье, надо вести открытые уголовные дела, а не нарушать уголовную процедуру. Но по сравнению с тем же самым Дагестаном, поверьте, это просто правовая территория. Сделайте доклад про Дагестан. Мы «Кавказская политика» пишем об этом такой каждый день. Крупный, презентацию. Каждый день мы пишем. А вот сейчас арестовали, понимаете, значит, этого самого Магомеда Магомедова. Значит, еще раз. Это правозащитник, между прочим, либеральный правозащитник, мусульманин. Его арестовали в Дагестане, хотят ему вменить, значит, статью, там, 205-ю, терроризм. Когда его арестовали 2 года назад, у него забрали без обыска и без ордера все его вещи, имущество, и не отдавали обратно. Когда он написал заявление, чтобы ему отдали все это, следователь, как выяснили сейчас журналисты, подал в суд на вменение ему статьи терроризм и заключение его под стражу, потому что следователь не хочет отдавать ему вещи, которые 2 года назад он у него противозаконно забрал. Как нарушаются права в других регионах Кавказа, Илье Яшину и его сподвижникам наплевать абсолютно. Слушайте, они, а этим регионам вот... что нужно, чтобы это не они происходило? Свой Рамзан Кадыров? Я вам объясняю, они вцепились в Чечню, потому что Чечню можно продать Западу. Нет, я не про Запад оппозиционеров, знает я не Запад про Яшина. Не знает, Запад не знает слова и Осетия, Запад не знает слова Ингушетия. Для Запада Ставропольский край это просто шорох. Нет, вы говорите про понимаете. Проблемы Дагестана и Ингушетии. Этим регионам что нужно, чтобы там не было беззакония такого? Свой я Рамзан считаю, Кадыров? Нужно внимание высшей российской власти к нарушению тотального прав человека, который там совершается. Профилактический учет, абсолютно беззаконное, противозаконное действие в отношении огромного количества граждан, которые совершаются там, это ну, чудовищная вещь совершенно. Это просто нарушение огромных прав огромного количества людей.
это подмена сложной и необходимой оперативной антитеррористической деятельности, необходимой, на самом деле, надо бороться с терроризмом, и наши спецслужбы, в том числе и МВД Дагестана, огромные успехи, ну и с большими потерями, прямо скажем, на этом пути как бы достигли. То есть террористическое подполье в целом уничтожено. Но огромное количество граждан просто подвергаются прессовке, насилию, давлению в любое время суток. Человек, допустим, едет, садится на автобус, абсолютно мирный гражданин, едет куда-то, его на блокпосту снимают, проверяют, там идет проверка документов, тоже противозаконная, честно говоря. Какая-то регистрация, так называемая, на территории Российской Федерации. С какой стати человек, прописанный на территории региона, должен еще регистрироваться? И вот его снимают и держат 5-6 часов. Потом говорят, потом можешь ехать дальше. Говорят, что меня держат? Ты в неком списке. В каком списке? Ты не в списке, санкционированном судом, что ты под подпиской о невыезде. Ты не в списке с санкционированным следователем, потому что против тебя нет уголовного дела. Ты записан в некую тетрадку, в некую как бы блок информационный, как возможно, неправильно исповедующий некую традиционную версию одной из традиционных религий. Тетрадки? Силовики, МВД в первую очередь. Местным профучетом, местным привязанным к территории, руководит Министерство внутренних дел Российской Федерации. Ну, то есть это федеральная инициатива? Да, вот это федеральная. Мы в Совете по правам человека послали запрос, нам прислали такой мутный ответ, ну, нет ни одной ссылки ни на один закон, где регламентировался этот профучет. Профучет существует в отношении уголовников-рецидивистов, которые выходят с зон и которые находятся под контролем, под учетом по некоторым, тем, кто по условно-досрочному освобождению. Но граждане, не имеющие ни судимости, никаких криминальных деяний в своем прошлом, просто зафиксированные, что они пришли не в ту мечеть, зафиксированные, что, допустим, молодой человек бросает пить, подвергаются систематическому давлению и прессовке. В Чечне, кстати, этого нету. В таком масштабе. Но это его не интересует, еще раз говорю, потому что не продашь ты Дагестан Западу и Ставропольский край, где идет спекуляция с землей массовая и нарушаются права русского населения, о котором так ратует Яшин в годы Чеченской войны, вспоминая какие-то мифы о каком-то геноциде, понимаете, русского населения. Если Рамзан Кадыров уйдет и не будет больше возглавлять регион, что ждет Чечню? Ведь он вот тут совсем недавно в интервью сказал, что он не рвется продолжать. Это решение будет принимать президент Российской Федерации. Прежде всего, выдвигая согласно закону 3 кандидатуры для принятия местным парламентом. А разве там не поменялась процедура? По-моему, на этот раз будет выбирать народ. Ну, если даже народ будет выбирать, я вас уверяю, что Рамзан Кадыров выиграет с большим отрывом. Нет, ну он сам говорит, что он уже, в общем-то, хотел бы чем-то другим заняться, если он откажется свою кандидатуру выдвигать. Может такое вообще быть? Или конечно, он кокетничает может. Просто проблем сейчас, нет. Когда говорит, что он хотел бы... Женщины. Я не думаю, что Рамзан Кадыров, герой России и генерал, который сражался, был ранен, убивал, кокетничает. Я думаю, это слово не точное по отношению к нему. Я думаю, что он просто говорит, вы просто не понимаете, как устроен чеченцы, честно говоря. Он просто говорит вот так вот, как он думает на самом деле. Если надо, я уйду. Что вы меня доставите? Он говорит, вот даже это, не если вот надо, это говорит, такая я интонация, бы хотел. Знаете, он говорит, вот я да. бы хотел. Ну, вот эта интонация, они не понимают просто, что к ним, правда, прицепились. У Рамзана и у его сподвижников есть там, как говорится, в Чечне за что их критиковать, понимаете? Но они, во-первых, выкручиваются в ситуации, когда им, несмотря на то, что объявили, допустим, о передаче нефти перерабатывающего завода, им его не передали. Когда публично на федеральном уровне объявили о том, что якобы им передали там часть территории этого завода Грозненского для строительства какого-то современного предприятия, им эту территорию тоже не передали, ведя, кстати, в заблуждение президента Российской Федерации. Максим Леонидович, давайте сейчас... RTVI представляет программу «Особое мнение». Максим Шевченко со своим особым мнением, вы начали список. Начнем с того, что исправим, да, тогда, когда Евсюков расстрелял в супермаркет, не Колокольцев, а Пронин был. И перестал. Московский, после этого перестал. Ну, да. К вопросу о связях. Ну, Евсюков же расстрелял как сотрудник, понимаете. Какая связь между обвиняемым Зауром Дадаевым и главой региона? Ну, хорошо, давайте оставим эту тему, этот вопрос. К списку, который вы начали составлять. Завод, который обещали, не дали, что еще? Ну, я недавно был в Чечне, и мне рассказали, что ничего из того, что обещано и распиарено на федеральном уровне, им не передано. По сути, Чеченская республика живет только на агропромышленном комплексе,
который позволяет худо-бедно кормить достаточно большое количество населения там. Ну и дотации серьезные. Не такие уж они и серьезные. Вы забываете, что на территории Чеченской Республики расквартирована огромная военная группировка. И федеральные дотации выделяются не только на социальное обеспечение народа, но и на поддержку группировки 58-й армии. Только на Ханкале, в районе Ханкалы, это речь о десятках тысяч военнослужащих, сложных инфраструктурных разного рода объектах и так далее. Никто не задумывался, что эти деньги, возможно, в них включаются и то, что идет на обеспечение тыла, или, не знаю, там как это называется на языке военных, одной из крупнейших группировок, расквартированных на Кавказском направлении. Хорошо, давайте закончим все-таки с Чечней, мы как-то слишком долго. Ну вот я просто резюмирую, сейчас, что я считаю, что весь доклад Яшина построен для продажи на Запад. Выбран регион, который на Западе известен и из-за войны, туда вставлено Царнаево, чтобы еще раз подчеркнуть для западного обывателя, что это регион, связанный с Чечней, хотя Царнаево это дагестанцы, хотя чеченцы по национальности. Выбран Кадыров, потому что Кадыров на Западе распиарен как большой страшный бука, и поэтому это просто такая циничная просто торговля. Как говорится, зачем, кстати, чтобы деньги выбить? Конечно, нет другого. А на внутреннюю аудиторию он не ориентируется? Ну, только словом чечен. Нет, я имею в виду... В принципе, на внутреннюю аудиторию... Я имею в виду его рейтинг. Надеюсь, внутренняя аудитория про этот доклад ничего не знает. Ну, о нем мало кто сообщил. Ссылку выложил. Может, ну и что? Те, кто читает интернет, во-первых, я не уверен, что это внутренняя аудитория. В основном читает интернет, понимаете? А потом он... Вот семантика этого доклада, это туда, понимаете, вот на ту вот аудиторию, которая ничего тут не интересует и не знает, кроме каких-то брендов. Которые продают. И известных, ну, да, брендов, которые можно продать. Смотрите, неделю назад, когда мы с вами сидели в этой студии, стало известно, что задержан, на тот момент только задержан, владелец Домодедова Дмитрий Каменщик. Дальше разворачивалась очень интересная история в суде, когда следствие меняло свои просьбы. Сначала хотели, чтобы отправили Каменщика под арест, потом под домашний арест попросили, а прокуратура и вовсе требовала отпустить Каменщика. Почему такая драма разгорается вокруг, вот, казалось бы, сначала, да, первый этап всего лишь арест? Ну, где-то задержание. Какие-то деньги кто-то вложил куда-то, какая-то борьба экономических группировок в России. Я, честно говоря, в это особо не лезу, потому что особо там и не понимаю. Могу сказать, что Домодедов один из самых неудобных и чудовищных аэропортов вообще вокруг Москвы. Добираться до него тяжело. Еще вот сейчас построили, по крайней мере, эту эстакаду, а то там на переезде, если едешь, то это пробка длиной 5-6 километров. Даже если приехать на электричке, по нему очень долго идти, там одно табло, понимаете, с рейсами. Ну, что экономить? Сделали бы 20 этих табло вот через каждые 2 метра, как везде в мире. Ну, знаете, я внутри считала проходишь, нет эскалаторов, есть там, надо с вещами тащиться по ступенькам куда-то. Ну, я понимаю, я, в общем, куда-то во многом с вами согласна, но я читала интересные наблюдения своих коллег, потрачены, которые говорили, что аэропорт Домодедово, по их наблюдениям, в общем, с ними можно согласиться, был в какой-то период одним из самых лучших. Действительно, в него много вкладывали. Ну, когда у него один из самых лучших, когда у него всегда, каждый знает, что билет из Домодедово... Нет, билет из Домодедово, это, знаете ли, всегда проблема, очень серьезная. Я недавно прилетел в Домодедово, такси приезжает, такси очень узкая, так вот эта вот полоска. То есть все сделано специально, чтобы за 15 минут машина не проехала от шлагбаума до выезда, чтобы оплачивали еще выезд, чтобы вот это бесплатное, просто чудовищно неудобный аэропорт. Внуково удобно, Шереметьево удобно, Домодедово неудобно. Что пишут журналисты некоторые? Вот было время, когда позволяли Домодедово развивать, затем наступил период, когда просто, по сути, запретили делать что угодно с аэропортом, особенно когда вот начался этот прессинг по поводу последствий терактов. То Даша, есть, это борьба, вывод конкуренция, какой? Конкуренция группировок. У Каменщика пытается отжать Домодедово. Каменщик, не знаю, там это борьба разных групп, которые стоят за тремя разными аэропортами. За Шереметьево, за Домодедово и за Внуково. Понимаете? Конечно, они все конкурируют, чтобы авиакомпании перешли туда, в другие аэропорты. Некоторые перешли во Внуково, кстати, из Домодедово, насколько я понимаю. Поэтому... По-моему, Turkish Airlines теперь летает из Внуково, хотя летала когда-то из Домодедова. Ну, у Домодедова постоянно сокращается список авиакомпаний. Сокращается. Ну, это, правда, неудобный аэропорт. Его надо сильно модернизировать. Просто вообще проблема в том, что в России нет окончательной концепции, допустим, какой аэропорт на что работает. Вот, допустим, этот аэропорт международный,
только международные, а этот, допустим, только внутренние линии. Такой огромной стране, мне кажется, ориентированной на Москву, можно целиком профилировать аэропорт на внутренние линии. Происходит суматоха и там, и там, и там, понимаете, с этими чартерами. Или этот аэропорт, допустим, чартерный, там, вот он в сезон зарабатывает. Но для этого надо, чтобы центральная власть, там, не знаю, Росавиация, кто угодно, каким-то образом стратегически управлял этим делом. Это не вопрос просто свободного бизнеса, мне кажется. По крайней мере, в России точно. Не знаю, как там в США, JFK, там, и ну, там хорошо, остальные это вот так, аэропорты, Ньюарк, а мы понимаете, в Нью-Йорке между собой конкурируют. Конкретная ситуация. Вот каменщик, владелец. Как вы думаете, долго ли он еще будет владеть? Понятия не имею. Ну, в логике событий... Если начали отбирать, то отберут. И поставят кого? Какого-нибудь понятия сына Ротенберга? Да ж, ну я не знаю, кого поставят. Ну, то есть вы не знаете, что это какой-то такой сбор мне, с целью мне абсолютно отобрать? Все равно, как капиталисты друг другу рвут глотки. Мне все равно, кто из них кого съест, клянусь вам. Абсолютно все равно. Я не считаю, что в этой ситуации дикого. Для меня эти люди состояниями в миллиард, они находятся за рамками права, поскольку они сами это право попирают всячески. Поэтому если капиталистические акулы, киты и кашалоты, и касатки друг друга пожирают, я скажу, ну и ради бога. Потому что они сами ратуют за конкуренцию. Вот пусть и конкурируют. Я считаю, на жизни людей это никак не отзывается. Это только их власть, их деньги, их там имущество и так далее. Мне все равно, что с кем из них что случится. Посадят его или арестуют, или там он станет мультимиллиардером. Ну, ничего страшного. Сильнейший выживает. Это же волчий мир, который они сами создали. Что там делать, каких-то несчастных забрать из них? Ходорковский с Невзлиным, что ли, несчастные были? Страдальцы, понимаете? Этот, что ли, несчастный страдалец? Никто из них не несчастный страдалец. То есть, я сейчас, подождите, пытаюсь вас понять. Если речь идет о людях, которые обладают какими-то огромными капиталами, в России против них все, кто обладает огромными применять капиталами, беззаконие, вас это не будет смущать? А они сами применяют беззаконие по отношению друг к другу и ко всем остальным. Сами. Это капитализм без каких-либо правил. Поэтому жалеть их я не собираюсь никого из них. Поймите. Хорошо, понятно. Вот правила для мелкого среднего бизнеса, где люди сами зарабатывают по копейке. Весь крупный бизнес в России обязательно связан с государством. Ну, я поняла вас. Когда сносят ларьки, структурами. Вам жалко, когда конечно, здесь это происходит? Мне абсолютно не жалко в данной ситуации. Все, никого. Все. Если ты проиграл, значит, ты просто пошел неправильными путями. Сделал ставки не на тех чиновников, не на те силовые структуры. Все они, все с состояниями, вот с такими состояниями, все имеют какие-то лоббистские структуры, силовые или государственные, еще какие-то. Они просто неправильно сделали ставки. Ну, проиграли, ну ничего страшного, уедет в Лондон там или куда-нибудь еще. Сколько мы видели примеров, как они уезжают в Лондон, и там потом рассказывают, как они тут боролись за демократию и как им это не позволили. Ну хорошо, пусть давайте оставим волки, хотя бы несколько пусть волки тему, от испуга, пусть волки от испуга скушают друг друга. Стране от этого будет только лучше. Я уснила. Давайте хотя бы несколько минут Сирии посвятим. Все-таки давайте. Россия, США вроде договорились, этот план совместный, заявление совместное уже в субботу, по идее, в полночь по дамасскому времени должен прекратиться огонь. Ну, произойдет для тех, это? Кто этот огонь согласен прекратить. Да. Я думаю, некоторые прекратят огонь с обеих сторон. Угу. А, кстати, почему Соединенные Штаты этим занимаются? Мы с вами обсуждали до этого, вы говорили им сейчас вообще до фонаря, что происходит. Они занимаются этим достаточно виртуально, поручив на поле боя, на территории, как бы в основном работать России, на самом деле, как партнеру. Американцам в целом до фонаря. То есть это, в общем-то, российский момент. План? Ну, российско-американский, будем точнее. Но Россия, как бы, ей является менеджером по продвижению этого плана на сирийской территории. У американцев вообще был план раздела Сирии по типу Южного и Северного Вьетнама. Там вот якобы суннитская часть и не суннитская часть. Ну, понятно, что северная, так называемая, суннитская часть, это просто будет такая турецкая, натовская, саудовская полуколония. Но Россия стоит на позиции целостной Сирии, которая должна быть единой и неделимой, с чем не согласен, естественно, Израиль, с чем не согласна Турция, но с чем вполне согласен Обама. С Обамой вообще легко, с этими демократами. Он, если саудовцы за, то Обама всегда против. Если Израиль за, то Обама тоже всегда против. И в данном случае просто вот это вот против Обамы совпало, на мой взгляд, с интересами сирийского народа и с интересами России, которая стоит за то, чтобы Сирия была единой, неделимой. Это очень интересная конфигурация. Блок Иран, шиитский Багдад, и Сирия, и Ливан
с таким христианско-шиитским союзом, который там существует. Хизбалла союзник с христианскими, с маронитами и с православными Ливана в очень тесном союзе находится. Это очевидно, американцы прикинули на пальцах, демократы, подчеркну, прикинули. Республиканцы, уверен, по-другому себя бы вели. И эскалация продолжалась бы войны. И решили, что так сейчас будет лучше. Смотрите, вы про Турцию уже сказали. Давутоглу упомянул, что для него, для его страны, для Анкары, в общем-то, этот план, конечно, имеет значение, но все равно руки себе Турция собирает оставлять себе развязанными. Ну, руки Турции связаны прежде всего НАТО. Никак Турция не сможет вступить в войну, поскольку турки вступят в войну, только втянув туда также немемцев, англичан, французов, там, не знаю, итальянцев. Его заявление, если какая-либо страна попытается создать угрозу для безопасности Турции, очевидно, про куртов говорит, то данная договоренность перестанет... Имеется в виду Россия. Сторона. То такая договоренность о прекращении огня перестанет быть для Турции обязывающей. Он до этого говорил именно о курдах. Посмотрим, как они сумеют справиться и начать войну против курдов. Что-то, несмотря на все угрозы, никаких серьезных операций масштабных они так и не смогли провести. Европа очень крепко держит Турцию, на самом деле, за, понимаете, ласканы, там, не знаю, этого мундира османского. Поверьте, Европа совсем не хочет, чтобы один из членов НАТО втянул ее в долгосрочное и серьезное противостояние с Россией там, или с Ираном. То есть такие заявления ради заявлений. У турок связаны руки, как ни у кого другого в этом конфликте. Вот турки, как раз НАТО в данном случае, который в других ситуациях является инструментом экспансии, в данном случае оказалось просто инструментом сдерживания и очень эффективным. Спасибо большое. Это было особое мнение журналиста Максима Шевченко. До свидания.